Всем привет. Это Лига. Вторая игра Гвент против Аукциона. Записываю не сначала, потому что хавал. Да и как-то пофиг было. Короче, суть. Гвен начал с Юверн. А Аукцион начал с Пира. Вот и... Аукцион сделал сразу рерол, вот у него выпал пик, и там пирофанты и так далее. Кинули оба полуфсе на 2. Аукцион зев, Гвен пропустил Урсуине лягушку. Вот, далее Гвен сидел надежно. 6-1. По 8-ю волну аж. И в итоге из-за этого у него сейчас будет просад по инкому, в то время как Аукцион с фантами зажестил, не сделал 6-3 на 5-й волне, когда он увидел засыл от Гвена. Вот, но он там дефнул все в ноль. Вот, далее Аукцион заслал на 7, Гвен опять в ноль дефнул и кинул на 8. Там Аукцион чуть-чуть покормил, там 13 или 14 калитов прошло. Вот, и после этого Гвен себе сделал 7-4. А так вот пик у него вообще хороший. Вертолет, питы, минеры. Ну, можно не реролить вообще. То есть на что тут нужное количество питов, нужное количество минеров, после этого сделать рерол и ловить уже там моно. Никто не кидает на 10. Так, Аукцион Аполкинга. Гвен тоже Аполкинга. Так, Аукцион любит засылать на арену. За эту сотку он готов убить, походу. Так, тут два зипса. Ну, походу, они тут не порешают нифига. А нет, убил корову. Ну, все равно норм, Гвену как бы корм. Плюс Гвен сейчас вырывается вперед по Ламберу. Первую игру забрал Гвен на 31. Как написал Аукцион, он там решил затестить засыл 10к на 30 левел. Кинул, а Гвен дефнул. Вот, и, собственно, проиграл из-за этого. То есть, если бы кидал 31, то, вероятнее всего, победил бы. Так, Аукцион хватит на 7-6. У Гвена тоже 7-6. Никто строить не хочет. Мне кажется, Гвен здесь должен забрать арену, несмотря на то, что много мелочи. Ну сейчас, сейчас глянем, порешает ли это мелочь. Так-то прилично. И сплэшика нет никакого. Ну, кроме минера, но он даже ударить не успел. Ха, реально, они сначала убивают мелочь. Нет, Аукцион забрал. Прикольно. А он типа что, еще что-то заставил? Или фантома апнул, если не понимаю. А, еще один пира. А, просто. Да. Ну он теперь сидит 7-5 из-за этого. Кидает на 11, но
здесь, как бы так, пропуск маленький будет. Сейчас где он увидит засыл. Будет думать, что ему делать. Ну, сразу на 12 закидывает, надо ему инком поднимать. Верни поубили. Приятно. Еще бы Варлока. Закос хотя бы. Ну, то есть вот тут 5 залитых, то есть остается 13 юнитов. Мало. Аукцион еще решает на 12 послать. Он сделал себе 7-6. Гвен кидает пока мелочь. Весь лес пока не расходует. Он дальше засылает. Гвен бросил Урсу. Ну, по идее, тут надо фантому хапать. Танчить ему есть чем. Можно, конечно, поставить спавна и апнуть одного фантома. Такой вариант тоже ничего. Угу. Здесь апнулась верно, доставилась еще одна. Хотя хз нахер она нужна. Но, видимо, просто остается 230 голды. И нечего ставить. Вот он решил верно воткнуть. На самом деле пока все еще более-менее ровно идет у ребят. Так, ну аукцион, короче, где? Гвен не деф, но у него пройдет немного и плюс у него залитые будут. Так что да, он смело может все ламбер делать, так же как и аукцион. Кинги у них одинаковые, инком одинаковый, ламбер тоже одинаковый. Сейчас будет. Валью совсем чуть-чуть отличается только. Интересно, что будет делать аукцион, потому что на самом деле у Гвена пик на мидгейм, можно сказать, неуязвим. То есть есть минеры против 17, есть уверны против 19, ну вертолеты тоже против 19, есть питлорды против 18, 16-ю тут верными с вертами бьет, 15-ю тоже типа верти там с верными, плюс мутанты, как бы сложно тут, только если на 20+, то фиг знает даже куда. А, вот оно что.
У обоих были деревяхи с мутантами. Ну, нормально, да. Как у меня против Кипера, да. Так, аукцион решает, что... Ну, пришел к такому же выводу, что и я. И решает поднять просто синьком пораньше. Заслать на 14-й с мелочью. Там верно тыкать будут. Так, Гвен копит. Аукционы, кстати говоря, пик более уязвим. Вот так смотрится более уязвимым. Сейчас Гвен засыл увидит, ему надо будет ламбер делать. Так, минор, да. Можно рот усилить. Шарик. Так, вот засыл. Так, чё, куда Гвента будет кидать? На 16 так себе. Ну, если только много, копить куда-то, но он, блин, 7-7 просядет. И еще не дай бог ему кинга придет. Так, лорды упали. Верно бьют мелочь. Да, придется кинга еще апать. Угу, Гвен уже заряжает ламбер в него. Даже на апгрейд ему не хватило. Ну, не нафармил голды. Так, аукцион уже вырывается вперед неплохо так. 7-10 уже заканчивается. Лица. Ну и верт так-то хороший очень старт. Да, и Гвен не самым лучшим образом разыграл, как помню. Очень надежно. Ну, зато все дефал. Так, аукцион пилит ламбер. Серега тоже будет. Так. Ставит он питов. Ну, в общем-то, да, ему надо ставить, не знаю, штук 8 можно поставить. Ну, минимум 5. Максимум, наверное, 10. Вот, и бедеров штучек 8. Вертолета 2. Уже хорошо. Вот, останется ему найти сумонов только под это все, и будет идеальный пик. Ну, сумонов и потом еще парочки каких-нибудь. Короче, понятно, просто решает фантомов закинуть на 16, поднять инком этим самым. И уже там в лейте разбираться, где у него есть пик нормальный, кстати говоря. Ну да, нормальный план.
Ну, осул небольшой, там кряка, мелочь. Достраивать он, видимо, не будет. Должен и так дефнуть. Нормально это, да, в чем? Аукцион это просто кинга по зап. Вот. Но он же должен понимать, что засыла тут не будет, можно 7-15 херачить. Кинга сейчас тут. Да, все, даже так, нормально. Вот это все заберет. Запилить 15. И можно на милишную волну топить, потому что вот в данный момент у Глена именно проблема с милишной волной. То есть если питы все апнутся, то у него будет полностью ранжовый пик. Вот, а в ранжей, в принципе, там на любой мили волне проблемы 26. Вот нормальный 25. 25, кстати, хорошо здесь. А, нет, вернее. Ну, 26. 27, может, даже зайдет. 23. Ну, надо много копить. Сереге, фиг знает, ему надо. Если он выбрал вариант поднимать себе инком, то ему придется, наверное, на 20 еще засылать. Там на арену, возможно. И копить в талово куда-то. Ну, Гвен выбрал апкинга. Думать, что аукцион будет слать. Ну, кстати, он еще может кинуть. Но я не знаю, какой смысл кидать на 19-й. Либо какое-то говно на 18-й. Все, у него 7-15 готово. С фантомами пускает. Это знак Гвену, что можно делать ламбер. Что аукцион похуист с фантомами. Я решил обнаглеть совсем. Ну, он типа глянул кинга, что он не апнул. Ну, не сильно апнул, то есть. Ну, тут вот чё, аукцион может кинуть на 18 демон и кряк. Так, азур. Спавна променял на азура, видимо. ХЗ. 6 фантомов. Пойдет. Варлок. Тип
типа 20-ю бить, видимо. Ну вот, я, короче, вообще не понимаю, для чего кидать на 19-й волну аукциона. Он вроде бы верный верх видел. Или думает, это фигня. Ну, может, он, конечно, просто на инком кидает. Если так, то хорошо. Ну, в общем, логика засыла, типа, на пробив не очень понятно. Так, а Гвен все-таки что-то знает, решает остаться. Нифига себе, апать Варлока. Еще, конечно, а тоже апать. И Минера, видимо. Да. Накурил. Ну, Вэлли у него, да, такой маленький. Но видел бы он Вэлли в аукционе. Ну, вот опять засылы без варлоков. То есть, думаю, двух крятинов тут бы хватило. И лучше бы он кидал еще пару варлоков. Любит Серега вот этих вот ворлок по 60. Ну и собственно как бы тут деф с верными-то. Еще и инком может заберет какой. Ну, накалечил только. Эх, блядь, добей, ёпки, один крякин плюсом. В итоге аукцион просрал кучу дерева. Вот. И Сереге можно было инкомить поболее, имея виверну. Так, чё, Гвинт 7.13 сделает. Так, аукцион добавил 2 хускара, вот интересно для чего. Вампиризм поставил на продал. Ага, есть у него танки. Блин, нормально тут все закручивается теперь. Гвен еще накуривает на 20-й. Для чего? Типа, чтобы дефнуть. Ну, блин, чтобы дефнуть, надо было отвод поставить. Ну и ламберт надо заказывать. Но все равно не дыхнет. Накуривает или нет. Ага, аукцион-то со стрёмненьким кингом решил кидать.
Ну, все равно дефнет. Да, слабый кинг очень. И гена нету вот практически. Сделал себе 500 инкомы. Ну, думаю, он выберет опять вариант копить на 31, то есть у него инком высокий, value ошибись, пик есть, может скопить 31. Сейчас только без тестов уже на 30 нельзя слать. Так, вин на арену тоже кинул. Чё, кто выиграет, интересно. Чё, Гвен, что ли? Да. Мутанты на раздавали. Так, 7-15 тоже. В итоге... Имеем... что у нас Гвен отстает, грубо говоря, на 130 инкома. Так, чё-чё. А, понятно. Но если копят, то обычно на арену не кидают. Или аукцион не заметил Крякина, слушай. Лапнуть кинга и копить на 31, видимо. Типа у него танки есть, хил есть, ему пофигу на все. Ну, интересно. Манориген. А, все, Серега реролин. 5 питвордов, типа достаточно. Азур. Ну, много их строить не надо. Парочку рерол. На 19 непонятно засур. Ну, на 14 нормально. То есть сам видел пик. Он там не уязвим нигде. Везде, то есть не уязвим. Вот, надо было просто апнуть кинга и много накопить. Ну или вот вариант. То есть если на инком кидал, то нормально. Если ты на 31 сейчас копишь, то все ок. Но если ты на 19 хотел типа его пробить, там, не знаю, хил выбить, то это полный бред. Так, 6 танков. Делает еще реролл.
Осталось сумонов дойти только. Ну, можно ауры, кстати. У него ни одной ауры нет. Но есть просто много гарри. Так, Венчик у нас строит Азуров. Из-за нахера. Ну, типа магия, понятно, но... Пару штук, и можно выкидывать их. Что-то я хз, так-то можно пробить. Без милишников пик. Так, Ирен решила питов. Ему тоже надо что-то. Ничего туда же. Гидрубы. Или лордов. Ну лучше гидру. Больше интересно, что будет Гвен делать. Так, тут, короче, парамор, тут опять рерол. Так, убирают, видимо, шумоны нашлись. Угу. Лорды. Теперь все интереснее. Тут монориген тоже, кстати, есть. И оракул. Ух. Счета хз. Если они оба на 31, то аукцион выиграет. Он точно 28 слот не собирается. Я думаю, он 31 выберет. А вот Гвен... Чё Гвен видел? Гвен видел, что милишников нет. И non-value видел. В принципе, мне кажется, он может выбрать 28. Вполне у него около 8000 будет.
он там его не убьет. Он, походу, разводит его. О, Грин 27 решил кидать. Ну, кстати, тоже нормально. 7000 будет. У него будет время скопить еще на 31. Ну там, правда, засыл небольшой будет, но нормально. Ну, в общем-то, тут если аукцион дефнет, а ладно, я думаю, дефнет, то шансы у него прямо очень высокие на победу. Шаманы вот зачем-то. Они дерьмо на 27. Лучше две телеги кинуть. Два кряки всего. Торрент меня качает. Из этого глючит. Не успеет он кряк кинуть. А нет, успел. Нахера себе расчет. Засыл так, что небольшой. Зачем? Аукцион хочет, типа, заслать два демона на 28. Ну нахера? Он мог просто на 31 дальше копить. Зачем он это делает, я не знаю. Он вообще еще дефнет, блин. Ну, не дефнет, но там... Всю волну дефнул, кроме инкома. И вот он... Вот, да-да. Он, походу, на автомате заслал. И подумал, зачем. Чё Гвен-то? Блять, у Гвена фениксы. Ну, типа то, что манореген есть, это такая. Всё ок. Но танчить-то кто будет? Да, думаю, Гвен тут проиграет. Плюс он еще накурил мутантов, блядь. А там засыл дурацкий. Нет, тут аукцион должен выигрывать эту игру по любасу. Супер засыл.
тоже сразу задал этот вопрос. Для чего? Если уже в тебя заслали, можешь дальше копить. Тем более уже концовка близко. Так, вот, наверное, Серега рольнул. Хил нашел Лин. О, Лин это норм под его пик. Лин это хорошо. А что еще? Ну, по сути, да. Тем более еще лорд есть. Да. И пик, и вэлью, и засыл будет больше. Где ему слать-то нечего. Тысяч, вот он еще если бы не кинул, у него была бы девяточка сейчас. И так он кинет восьмерочку вместо десятки. Скучноватая выбила фигура. За счет того, что записываю примерно с 10-й. И плюс как бы динамики никакой не было. Набивание инфом шло и засыла на 31. О! Гули. Они же запрещены. Либо кидайте оба. О, тоже лорды. Да-да, на боте там все выпили. Все херню всякую шли. Так, тему сбрили. Позиция вот лордов хорошая.
Хилы есть, много воздуха. Блин, Сереге так-то нормально. Реген есть. Ничего. Сейчас еще Гвен затащит каким-нибудь чудом. Тут, правда, вот ДПС так сильно. А если танки гулять поедут? Так, вот Оракул тут всех помазал. Так, аукцион тебя от лорда. Ой, фу. Демона. Гвен просто мелочь поливает. Тут тоже пошла валь всякая. А тут, блин, воздуха прилично. И лины есть. А под линами там прямо падает все в миг. Я бы тут Гвена не сбрасывал. Пока что. У него есть пара лордов. Живы. О, гуляние начинается. Так, вот тут идет дичь. Большая дичь. Кстати, вот тут, наверное, он развалится. Добейте вы его уже. Все, добили. Ну да, что у него уже все, ничего не осталось. Нет, что он добрет еще. Но все, он еще тьма полная. Так что Гвен ГГ. И счет 1-1. А, гулять пошли. Но все равно Гвену ГГ. Еще и портануться успели. Ну, там это стало понятно после засыла Гвена. Такая вот игра.